она же клялась бросить. Подольская раскрыла страшную зависимость Пресняковой. В Москве проходит 18-я международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. На первый показ пришли многие звезды, в частности модель Оксана Федорова и актриса Оксана Сташенко. А после дефиле корреспондент Дни.ру встретился с певицей Натальей Подольской, которая тоже пришла оценить тенденции и тренды. Многочисленные поклонники Аллы Пугачевой до сих пор обсуждают ее сенсационные концерты. Апрельский в Москве и ноябрьский в Минске. Однако уроженка Белоруссии Наталья Подольская не была ни на одном, хотя казалось, получить приглашение от бывшей тещи своего мужа Владимира Преснякова можно было бы. Я уже не помню, почему мы не ходили, но скорее всего нас просто не было в Москве, хотя и сожалею. Оправдалась Наташа? Рассказала она и об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой. Думаю, что я лучшая ее невестка. Фактически уже третья. Смеется Наташа. У нас потрясающие дружеские отношения. Улыбнулась звезда. Вообще Лена у нас суперзанятый человек, поэтому внука Артемия видит редко. Компенсирует все Петрович. Владимир Пресняков, старший, перед тем, как идти к нам в гости, устраивается целый консилиум, где решается, что дарить теме. Все знают, например, что у нас огромная коллекция роботов. Тема от них просто фанатеет. В редкие дни совместного приезда свекра и свекрови Подольская отменяет все дела и жарит, парит, тушит, накрывает щедрый стол. Готовлю несколько видов салатов, что-то горячее, рассказала она. Публикация фотографий из Инстаграма. Единственное, что нарушает семейную идиллию. Пагубная зависимость Пресняковой от курения. Лена клялась, что когда родится тема, бросит сигареты, но обманула она нас всех. Вздохнула Наталья. Я ей ничего, конечно, по этому поводу не говорю и не советую. Она гораздо старше и мудрее меня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Уже идет финал. Заигравшемуся Лукашенко указали на дверь. Опа, супер. Соблазнительная Лазарева развлекается без мужа, идя. Это бесплатно. Бородина удивила признанием о пластических операциях. Телеведущая Екатерина Андреева откровенно о разводе с мужем. Сошелся с моим бывшим мужем. Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга. И многое другое.